Друзья, всем привет! Сегодня хочу представить вам обзор жилого комплекса в Эстердам. Стоимость квадратного метра начинается от 290 и доходит до 485 тысяч рублей за квадратный метр. Самая дешевая квартира на данный момент это двушка 46 квадратных метров за 17 миллионов рублей. А на обзоре у нас представлена четырехкомнатная квартира 77 квадратных метров с отделкой. Вы увидите, какие бывают дефекты по оконным конструкциям, что бывает с дверными полотнами, какие присутствуют отклонения, как определить, отслоилась плитка или нет, есть тяга в вентиляционном канале или нет. Ну и уровень пола, конечно, проверим. Закончили мы осмотр в жилом комплексе в Эстердам и хотим показать вам некоторые замечания, которые прямо критичные, которые застройщик будет исправлять. Первое – это оконные блоки и стеклопакеты. Очень много окалин, очень много царапин. Порядка 8 стеклопакетов под замену. Присутствуют трещины, брак по напольному покрытию. Присутствуют выколы, присутствуют потертости и царапины на ламинате. По напольной плитке у нас получается затирка, есть пустоты. На настенной плитке очень много сколов и также дефекты по затирке. На кухне у нас присутствует сквозная трещина. Давайте мы ее покажем. Вот здесь вот под обоями видна сквозная трещина. Обои будут снимать, трещину расшивать и заново все дело заделывать. По розеткам присутствуют у нас две зоны, где отсутствует заземление. Это получается в комнате номер 2 и в коридоре. Еще у нас присутствуют локальные пустоты под напольной плиткой, но это не настолько критично, потому что в данных зонах будет установлена кухня. Пустоты находятся как раз под зоной установки мебели. И на данный момент устранить дефекты будет намного сложнее и проблематичнее, нежели просто это закроется мебелью, здесь ничего не упадет, и эти пустоты ни на что не повлияют. По дверям. Есть такой нюанс, то, что очень тонкое покрытие, примерно 0,2 мм. И в процессе ремонтных работ очень много дефектов, сколов из-за тонкого покрытия и механических повреждений было на дверях. Это будет реставрироваться, вот, и в дальнейшем будет передано заказчику, уже отреставрированное.